Последние приготовления. Оргкомитет по проведению карнавального шествия к Дню города провели сегодня в Малом зале ДК «Нефтехимик». В шествии примут участие почти 2000 людей. Сбор колонн начнется в 11:00. В 11:30 у Ангарских ворот праздничное открытие карнавала, где карнавал лишит власти нашего уважаемого мэра Ангарского городского округа и возьмет все в свои руки. В 12 часов начнется карнавальное шествие. Будет много, конечно, изюминок, интересных моментов, премьер в этом карнавале. На карнавал приглашены гости из многих городов области.